секунды и минуты там решает в тех случаях, когда поступает пострадавший с ранением сердца. Тысячи успешных операций и еще больше благодарных пациентов. Наверное, это и определяет врача с большой буквы. Мади Бегалиева называли не иначе, как хирургом с золотыми руками. Он проводил операции самым сложным пациентам с различными опухолями, проблемами в области травматологии. Стал основоположником казахстанской трансплантологии. Под его руководством на Роще начали проводить пересадку почек и сложнейшую операцию по пересадке печени. Мадина Таскулова вспоминает, в 2016 году Мади Кожаевич буквально вытащил ее с того света. У матери двоих детей была последняя стадия цирроза. Из-за сопутствующих осложнений трансплантацию нужно было делать немедленно. Когда нашелся донор, Бегалиев не только блестяще провел операцию, но и поддержал женщину морально. Тогда я подумала, что уже все, это конец, но Мади Хаджаевич очень меня поддержал, мотивировал на хорошее своими словами. Наверное, поэтому я тогда и выжила, восстановилась после пересадки печени. Словами не передать, как я ему благодарна за это. Мади Бегалиева сегодня вспоминали в городской больнице Шымкента. На памятную встречу собрались его родные и близкие, коллеги и те, кому хирург от Бога спас когда-то жизнь. Мади Ходжаевича не стало в феврале этого года. Его сердце остановилось на 63-м году жизни. По словам родных, пациенты благодарят его и вспоминают до сих пор. Я работаю, например, вот в городском кардиоцентре врачом и в стационаре. И попадает очень много пациентов. Когда они вот узнают, например, по фамилии, по имени, по фамилии в основном, и они до сих пор вот по сей день приходят, встречаются и благодарят, и говорят, что вот ваш папа оказал нам помощь в свое время, прооперировал, кому-то просто проконсультировал. До сих пор. Хирург, они энергичные, они не смотрят на время, круглые сутки они могут работать. Если он даже отдыхает, если его вызывают, он ночью может приехать, сделать операцию, проконсультировать своих коллег, посмотреть больного. В общем, всю жизнь он отдал для служению хирургии народу. К памятной встрече подготовили фильм о работе выдающегося хирурга. Коллеги так рано ушедшего врача рассказали о том, что научные труды Мади Ходжаевича Бегалиева до сих пор используют сотрудники больниц. Анастасия Новикова, Ерлан Бексаидов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».